Джав, ну давай по первой игре. Почему, как думаешь, удалось настолько убедительно обыграть «Союз»? Ну, во-первых, «Союз» не имел уже никакой турнирной мотивации. Играли они уже, знаю, получали удовольствие. К тому же не было еще у них двух игроков с нового состава. И как бы настроения тоже, видимо, игрового у них не было. Поэтому как-то вот без борьбы получилось. В какой-то момент показалось, что ребята больше старались играть на Диму Куланхе. Хотите повысить ему статистику в гонке бомбардиров или уже чисто ради удовольствия? Ну да, Диме надо было дать поиграть, забить, там отдать. Ну, делали скорее статистику не по бомбардирам, а гол плюс пас. Ну, он там набрал 10 очков, ну, постарались сыграли на него в этом матче. Если брать второй матч против одного из самых неудобных соперников, что было в первом тайме, почему как-то было видно, что играли, но в общем-то мяч не шел в ворота, а во втором уже поперло? Да, элементарного движения не хватало впереди. В завершающей стадии тоже не хватало точности. И первым пасом были проблемы. В перерыве проанализировали свои ошибки, решили играть немножко по-другому, это принесло свои плоды. Вообще, как думаешь, в концовке матча все-таки вы додавили соперника или же соперник начал ошибаться и за счет этого удалось их наказывать? Ну, я думаю, что мы, наверное, додавили, потому что «Империал» играл практически так же. У них тоже были моменты впереди, но просто они не смогли их реализовать. А мы поменяли свое отношение к делу, сыграли так, как мы можем и победили. Я считаю, что по второму тайму мы выиграли заслуженно. Смотри, это была последняя игра для команды в сезоне, и сейчас вы находитесь на третьем месте по очкам. Будет ли какая-то вера у команды в то, что за счет удачных и неудачных игр соперников получится остаться на этом месте? Ну, я верю, что сейчас труп по имени Никита Абаджи соберет свою команду и выдаст голевую феерию. И будем еще надеяться на следующей неделе на «Империал» и «Интер Лесгофт». Может быть, они сотворят чудо и принесут нам третье место. Посмотрим. Если бы в целом довольны ли сезоном, подведи небольшой итог именно вот по выступлению команды в регулярном сезоне. Ну, первый круг вообще назову провальным, скорее всего, потому что набрали всего 24 очка, были на 7-м месте. Ну, поставлю, наверное, троечку с минусом за первый круг. Второй круг, конечно, намного лучше провели. Потеряли всего 11 очков. Провели, наверное, свой самый лучший круг вообще за все время, которое мы играем в лиге. Наконец-то хоть как-то начали играть с самоотдачей, играть с желанием. И поэтому я думаю, что получилось выдать нормальный второй круг. Поставлю за него, наверное, твердую четверку. Выиграли бы, конечно, у «Баффало» и у «Альфы», поставил бы 5. Последний вопрос. Насколько нам известно, по идее, эта игра должна стала быть последней для вашего капитана Ильи Кочергина. Уже есть план на то, как команда будет дальше играть без него? Или все-таки еще капитан не принял полного решения оставаться или завершать карьеру в лиге? Сложный вопрос. Не знаю, мы думаем пока вообще, заявляться ли на следующий сезон полностью команды. Не факт, что вообще команда останется, не только это касается Ильи. Не знаю, короче, что будет, будем решать ближе уже к заявочной кампании, к следующему сезону. Поэтому пока ничего сказать не могу. Будем пытаться собраться на пляжку, не знаю, возьмем легионера еще одного и сыграем как-нибудь там, а там дальше решим. Не знаю, что будем делать. Хорошо, спасибо, удачи вам.